Привет, друзья, добро пожаловать в клуб. Сегодня я хочу поговорить о самой необычной штурмовой винтовке в игре Critical Ops, SA-58. По традиции, небольшая справка. По сути, SA-58 является вариантом знаменитой FN Fal. Я не смог найти в интернете подтверждение этому, так что лучше, не буду врать. В игре SA-58 доступна как спецназу, так и террористам за $1800, что делает ее самой доступной штурмовой винтовкой в игре. Ее главная отличительная черта – это единственное оружие, стреляющее очередями. За одно нажатие SA-58 выпускает 5 патронов. Всего в магазине их 30. Перезарядка достаточно быстрая, так что не придется надолго выбывать из сражения. Благодаря хорошей точности этот автомат достойно показывает себя на дальней и средней дистанции. Но вот в ближнем бою из-за задержки между очередями вы становитесь легкой добычей. Вывод, не воюйте вблизи, достаньте пистолет. Вес винтовки средний, можно и не брать пистолет на коротких перебежках. Итог, штурмовая винтовка SA-58 – интересное оружие, хорошо показывающее себя в перестрелках. Стрельба очередями помогает не терять точность и экономить патроны. А ты крыса, а? Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какое оружие еще обозревать, и всем удачи!